Впервые за 2,5 года казахстанские власти позволили встретиться представителю парламентской ассамблеи ОБСЕ с политическим заключенным Владимиром Козловым. После нескольких неудачных попыток европейских депутатов увидеть оппозиционного политика, надежды, что встреча состоится в этот раз, не было. Это была первая встреча, да, Владимира с кем-либо из представителей международной общественности. Вы помните, да, что на протяжении 2,5 лет приезжали и депутаты Европейского парламента, и польского Сейма, и никому не разрешали посетить его. Однако власти пошли навстречу, удовлетворив просьбу председателя Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным просьбам ОБСЕ Изабель Сантос. Встреча с Козловым состоялась в колонии в Алматинской области, куда недавно был переведен Владимир Иванович. Несмотря на желание прокуроров и сотрудников колонии присутствовать при разговоре, госпожа Сантос настояла на том, чтобы встреча была конфиденциальной, рассказала нам супруга Владимира Козлова Алия Турузбекова. Разговор, естественно, шел вообще о деятельности Владимира, бытности его руководителем партии ЛГА, о его планах на будущее, о том, об условиях содержания. Знаете, что он уже практически отсидел 2,5 года. В июле месяце, 23 июля будет, как он уже сидит 2,5 года. И по закону он имеет право на то, чтобы ему сменили колонию общего режима на колонию поселения. Разговор шел, в частности, и об этой возможности. Получится ли добиться облегчения условий содержания для Владимира Козлова, пока говорить рано. Известно, что с осужденной гражданской активисткой Розой Тулетаевой Сантос встретиться не разрешили. Особое внимание Изабель Сантос обратила на необходимость выполнения Казахстаном взятых на себя международных обязательств в области прав человека. В противном случае Казахстан вряд ли сможет рассчитывать на сотрудничество с Евросоюзом. Thank you.